после того, как мы утром поздравляем маму со свадьбой, когда убегает и хочет попасть в кадр, мы всегда приходим в святые места поблагодарить Господа за его милость, за то, что он сложил эти два прекрасных пазла в жизни, Людочку и Андрюшеньку. Мы идем к нашему духовнику, отцу Агапиту, который уже десятки лет нас духовно окормляет, чтобы вместе помолиться, взять благословение и потом отправиться в вкусные места. Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, в Твоей стране, обители сей, обители святых и веру живущих в ней, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворение воздухов и изобилие плодов земных и времени книжек, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и спасения, Господу помолимся. Помилуй всякое благословение правде истине, искушающее, что есть Богу угодно Богу, и не приобщайтесь к делам неплодным тьмы, паче же и обличайте обываемое ото. Не затмевать прочих. Но ничего я в сердце пила, читала, молилась и всячески радовалась. Благодарила и радовалась.